Всем привет! Как я и обещала, я сделала себе коррекцию на одну руку и здесь оставила один пальчик. Сейчас буду делать дизайн. Вот, но я думаю, что дизайн я здесь очень быстро сейчас покажу. Остальные покажу дизайны на типсах. Как всегда, мы продолжаем с вами серию прямых эфиров с новыми декорациями, с новой коллекцией гель-лаков и работаем также с новым каталогом дизайнов Digest. Да? Он тоже не так давно пришел с типографии, и если вот гель-лаки уже у многих дистрибьюторов есть в наличии, уже можно купить, то каталог еще не у всех есть, это coming soon, он ожидается. Я долго думала, какой цвет выбрать, решила первый цвет из коллекции попробовать малиновый. Ну, во-первых, мне очень классно подойдет. Я сегодня хочу еще фотографию сделать для аккаунта в Инстаграм. И вот, думаю, малиновый отлично пишется. Но у меня два ноготочка будет, смотрите, беленьких. Малиновым я сейчас покрывать не буду, я уже сделала. Вот, а сейчас мы здесь сделаем белое покрытие. Ой, коррекцию еле сделала. Так давно не делала себе коррекцию, это какой-то кошмар. Это так тяжело себе распилила вот этот ноготь. Здесь же неудобно пилить мизинец и безымянный. Распилила себе валик с дуру новой пилкой. Теперь у меня тут все болит. Когда дайджест будет в продаже. Будет продажа, не переживайте. Он в электронном виде будет продаваться в интернет-магазине на amyshop.ru. Живой дайджест, тираж ограничен. И дистрибьюторы их не так много закупают, как хотелось бы. Вот. Поэтому если хотите живой дайджест, а не электронный, просто заранее оставляйте заявку, прям договаривайте, что там, если вы привезете, там я обязательно куплю его. Вот. Как у всех дела, как настроение. Сейчас хорошо видно. Видите, я длину не убирала, оставила длину, что мне неохота было делать. Ну, у меня сегодня такой экспресс-вариант коррекции. Я просто замоделировала монофазным гелем. И опилила. Очень люблю монофаз. Самый, наверное, универсальный классический гель. Классно пилится, очень мягко пилится. Очень хорошее самовыравнивание. И очень хорошо амортизирует. Вот, прозрачный. Им очень быстро делать коррекцию. По дайджесту я уже сказала. Девочки, по дайджесту спрашивать нужно у дистрибьюторов на сайте. На amyshop.ru он тоже скоро появится. Я так думаю, что на следующей неделе на сайте он будет. Но опять же, смотрите мои сторис. Как только на amyshop в интернете он появится, я сразу же повешу ссылку на покупку. И вы купите в интернет-магазине просто. Вообще, на самом деле, классно покупать именно в интернет-магазине. Там проще и быстрее. Так, ну все, поехали. Сейчас я вам кратко покажу, с чем мы сегодня будем работать. Так, сейчас мы фильтр отключим. Так, вроде отключили. Ну, смотрите, я себе уже сделала ноготочки. Три ноготочка я сделала малиновых. Так, вот, и один ноготочек я сделала беленький. Ну и, соответственно, наверное, вот этот ноготь мы его сейчас тоже белым сделаем. Так, новая коллекция. Еще раз напоминаю, в новую коллекцию у нас входит. Так, девчонки, я выкраску не взяла. Сейчас я выкраску принесу по коллекции. Вань, выкраску. Сейчас мне выкраску принесут. Понятно, что в набор входит обязательно ложечки и наклеечки. Карты очень классные, такая геймификация небольшая в наборе, клиентам, кстати, очень нравится, например, если клиент сидит, не знает, что он хочет, видите, я сегодня вот такой дизайн себе сделала, давайте прочитаем, что это у нас, даже не пытайся меня контролировать, сегодня я паинька, а завтра out of control, как раз, смотрите, очень похожий вариант я выбрала. Это вот так обычно переворачиваются клиенту и дают выбрать. Все, он выбирает. О, понятно, да, как эта игра работает?
Вот такие стикеры крутые. Я, кстати, себе уже обклеила телефон этими стикерами. Вот так выглядят цвета. Сейчас могу так поближе показать. Здесь получается эмаль, шиммер, эмаль, эмаль. Это глиттер, шиммер, эмаль и эмаль. Очень разношерстная коллекция. Специально сделали такую разностороннюю для разной категории клиентов. Ну, конечно, очень классные вот эти шиммерные. Мне вот этот розовый нравится с таким жемчужно-серебряным шиммером. Очень. Очень вот этот фиолетовый мне нравится. Крутой. Вот, а сейчас появился, смотрите, девочки, я, видимо, случайно нажала что-то. Скажите мне, на каком моменте пропал звук? Так, здесь был вопрос, как заказать коллекцию? Заказать коллекцию можно на amyshop.ru, да? Вот он. О, смотрите, сейчас мне вот секретарь подсказывает, что коллекция гель-лаков уже есть в интернет-магазине. Сейчас я вам напишу, как пишется Amy. Так, shop.ru. Вот уже в этом интернет-магазине есть новая коллекция. Смотрите, уже можно эту коллекцию заказывать по интернет-магазину. Поэтому сейчас эфир закончится, я сразу же повешу ссылку, чтобы вы не лазили там, не мучились, не искали. Хотя там сразу, в принципе, будет на главном табло висеть баннер коллекции «Эгоизм». Каталог. Ну, каталог, я так думаю, уже на следующей неделе появится в интернет-магазине. Также будет электронная версия продаваться, поэтому если вдруг не получится купить живой, можно будет купить в электронном виде. Тема, смотрите, я себе сделала уже коррекцию одной руки. Вот, сейчас оставила один пальчик, хочу здесь сделать дизайн. Вот, и оставшиеся дизайны на типсах показываю. Сейчас у меня такой, знаете, тест-драйв. Я работаю с каталогом, делаем варианты дизайна из каталога нового. С новыми декорациями работаем, а их очень много вышло. Вернее, как, смотрите, их очень много сейчас на складе, но первая партия, я расскажу, что продается сейчас в первую очередь. Из нейл-дрессов, из шермиконов и так далее. Так, ну давайте приступим. Так, у меня ноготочек уже готов. Смотрите, в Армении есть дистрибьютор. В Армении есть дистрибьютор. Вот, поэтому попробуйте через сайт зайти, набрать Армению. Так, как я и говорила, сегодня на ногтях у меня используются два цвета. Смотрите. Это номер 340 и номер 346. Галь, напиши тему «Дизайн ногтей новинками». Так, ну мы сейчас сделаем покрытие сначала. Классный очень белый, он с таким легким
голубоватым отливом. Прям очень холодный. Давно у нас просили этот белый. Так что у нас теперь несколько белых. Вот кто любит белые, прям рекомендую, чтобы в вашей коллекции белых был вот такой вот еще холодный. Же я не люблю себе покрывать гель-лаком. Это какое-то мучение одно сплошное. Еще и под камеру. Ладно, я сейчас второй слой уже нанесу под кутикулу. Первым и так. Все, сушим. Так, чем я сегодня буду работать? Так. Очень мне нравится вот этот nail dress. Он просто черный на прозрачной подложке. Он, кстати, тоже уже вышел. Он уже есть в продаже. Это номер 72. Это номер 72. У нас на сайте нет практически ничего, а фактически у дистрибьютора есть. Ну, напишите, какой у вас это город, чтобы мы проверили. Бывает такое, что у дистрибьютора оно пришло, но он еще не успел подгрузить просто. Он просто не успел подгрузить. Галя, а где кисточка, которую я попросила принести? Ты ее куда положила? Все, сейчас я возьму тоненькую кисточку. Здесь была черная линейная синтетика. Ты ее куда? А, увидела. Угу, нашла, да. Волгоград. А посмотри, если зайти на Волгоград. Бывает такое, что, например, если дистрибьютор получил, ему требуется время какое-то, чтобы подгрузить на сайт новинки. Да, декорации сейчас все покажу, девчонки. Проверишь Волгоград? Мне, да, мне тоже интересно. Есть, покажи мне. Вот, Волгоград и нет. Смотрите. Кто сейчас вот из Волгограда говорил, что в Волгограде нет? Вот мы забили город Волгоград, и коллекция «Эгоизм» уже есть в наличии. Вот. Просто будьте внимательны. Так, и второй свой. Возможно, вчера смотрели. Вчера, да, может быть, вчера смотрели, было. Да, но и вчера у нас не было. Вот, мы только сегодня подгрузили. И Волгоград, возможно, тоже только сегодня подгрузил. Все, сделали покрытие. Декорации. Так, Галь, напомню, что у нас из нейл-дрессов вышло уже в продаже. Значит, первый, это тот, который мы сегодня будем с ним работать. Это номер 72. Так, дальше смотрим, что из нейл-дрессов. Вот такой вот крутой. Я, кстати, в прошлый раз проводила прямой эфир вот именно с, это, с этим нейл-дрессом газета. Тоже очень классный. Это у нас номер 73. Да-да, вот эту штуку давай.
Сейчас я их вот так вот... Что она слышала, что нет. Сейчас мы уточним. Так. Мне нравится очень, смотрите, я беру на весь ноготь, делаю, давайте вот эти вот, например, мордочки. Смотрите, в этот раз, как мы сделали нейл-дрессы. Очень хорошо, кстати, для длинных ногтей. И можно вырезать, например, не только один слайдер, а брать, например, кусок, где ты захватываешь часть соседнего и справа, и слева объединяешь. Можешь вот так вырезать. Короче, делаешь любую выкройку. Видите, сплошняком специально сделали. Сколько стоит в электронном виде дайджест? Сейчас мы попозже ответим на этот вопрос. Так, водичка. Так, пока он у нас готовится, под топ-слайдер, вернее, под слайдер лучше нанести топ, который он так и идет с этим названием, видите, топ-слайдер. Хотя это топ с липким слоем, у него хороший глянец, но это топ гибридный, в составе у него идет лак, поэтому... Мы его назвали топ-слайдер, потому что очень хорошо его липкая основа подходит нам для слайдеров. Хотя это обычный топ с глянцем. Вы сушите его 2-3 минуты, обезжириваете, и у него хороший блеск. Так, нанесли. Сушим 30 секунд. Я вам сейчас покажу технологию, как клеить слайдер на слайдер. Вот. Причем я сейчас возьму 5D, и мы это совместим, чтобы два раза не наносить топ-слайдер. Сейчас я покажу, как приклеивать без него. Так, сушим 30 секунд. Смотрите, а для вот этих 5D нужен кипяток, прям горячая вода. Галь, принесешь мне горячую воду, да. Кипяток? Что, отобрала? Газетный принт сейчас еще осталось. Ну да, не то, что есть. Нет, вот это они как раз. Так, вот такой газетный принт. Смотрите, ЧБ вышел. Номер 74. Тоже сплошным полотном. Вы вырезаете любой кусок в любом месте, любой длины, сколько вам надо. Вот это номер 74. Так, следующий принт. Вот такой nail dress, хрупкость номер 71. Сейчас это очень модная тема, когда берутся такие классические флористические формы и просто хаотично на весь ноготь в большом количестве клеится. Вот мы, наверное, сегодня как раз с ним поработаем. Это номер 71 и номер 70, смотрите. И классно для осени подходит. Декорации, Галя, теперь проверь, декорации есть или нет. Угу. Ну, декорации тоже будут. Сейчас мы проверим. Да. Тоже Волгоград или вообще? Вообще проверь. Так как он совсем тоненький, так как здесь нет цветной краски, он очень легко натягивается. Все, поправляем. Если есть где-то складочки, расправляйте. Если складочки не получается расправить, ничего страшного. Все, после того, как приклеили, обязательно кладете в лампу. И следующий шаг обязательно, это ультрабонд.
Ну что, нашла декорации? Сейчас мы ищем, девочки. Ну, даже если сегодня их еще нету, значит, в понедельник будут. Шармиконы. Давай шармиконы есть. Посмотрим, есть или нет. Все, подсушила. Дальше беру пилочку. Скорее всего, их не будет, потому что они с 11-го, с 18-го августа, видишь? Ну нет, смотрите, девочки, сейчас если будет, то в наличии только у дистрибьютора, на сайте появится тогда на следующей неделе только. Так что не переживайте, мы в этом году, смотрите, как заранее стартовали с новинками для осени. Скажите, круто, еще раньше, чем в том году. Поэтому не спеша, можно все запланировать, все покупки, сделать... предзаказ тому же дистрибьютору. Будьте очень аккуратны с ультрабондом. Он легко разъедает поверхность у слайдера. Если сейчас где-то я могу повторно пройтись, могу испортить слайдер. Поэтому буквально раз, два, там, три, четыре. Ультрабонд – это вообще грунтовочный материал для искусственных ногтей. Там, для гель-лака, да? И его используют в слайдерах просто как способ дополнительной адгезии. Плюс он создает такую пленочку тоже клеевую, за счет которой финиш, следующий, который я буду наносить, будет хорошо держаться. Так. Вот этот Nail Dress 5D. А ты 5D смотрела, какие появились? Его, по-моему, еще не будет в наличии. Я не помню, когда он выйдет. Электронная версия, прошлый каталог, 100 рублей стоит. Так, и здесь я хочу кого-нибудь наклеить. Смотрите, 5D. За счет того, что они толстенькие и объемные, обязательно нужно брать горячую воду. Вот мне сейчас прям горячую воду Галя принесла, помощник мой. Прям желательно там, даже вот, я не говорю прям берите кипяток, но градусов 80 надо, чтобы вот он тогда мягенький становится. И очень легко... Смотрите, получается, сейчас аккуратненько приклеиваю его к ультрабонду. Смотрите, если будет не горячая вода, да, и он у вас останется жестким, он тогда к ультрабонду не прилипнет. Вот, он у вас сразу начнет торчать. Вот. А если сверху еще ультрабондом пройти и сразу же перекрыть финишем, то, в принципе, очень классно. Тогда, видите, в этом случае я не наносила второй слой топ-слайдера, чтобы ногти толстые не получились. Вот видите, как можно оклеить за счет ультрабонда слайдер на слайдер. Все, и теперь перекрываю матовым топом. Смотрите, девочки, сейчас я показываю новинки, многие, их еще нет в наличии, это пока ожидаются. Я это делаю, конечно же, в рекламных целях. Вот. Вот, например, коллекция гель-лаков, она уже появилась и в интернет-магазине, и у многих дистрибьюторов. Декорации тоже, сейчас вот просто вопрос времени. Это сезон осень-зима, представьте, осень-зима. В этом году компания вышла заранее. Мы и в том году, в принципе, тоже заранее вышли, но в этом году прям очень заранее. Все нанесли. Не забывайте проходиться по торцам, чтобы все запечатать. И возьмите кисточку какую-нибудь отдельную. И сейчас мы пройдем вот так вот, уберем
топ со слайдера, чтобы у нас объемный он остался. Все сушим. И дизайн готов. Так, еще раз сейчас я покажу на экран. Получается, раз. Можете прям скриншот экрана делать. Раз, два, три, четыре. Это как раз то, чем я работала сейчас. Это 4, 5, 6. Надеюсь, сфотографировали, успели. Дальше, шармиконы. Я сегодня шармиконами еще буду работать. Шармиконы. Это раз. Номер 187. Видите, мне даже написали, 11 августа будет в продаже. Это coming soon. Дальше, вот, 18 августа, мне все написали, 185. Смотрите, вот кто любит классику, для вас, смотрите, вот для тех, кто любит классику, смотрите, какие мы вкусняшки приготовили, такой а-ля Dior, чтобы Dior не смог к нам придраться. Вот, Dior будете прям отдельно клеить, вот такие штучки. Это номер 186, тоже будет 18 августа. Так, смотрите, вот у меня ноготочки уже готовы. Прикольно? Самое главное, что вот для нерисующих мастеров и когда вам быстро надо. Сейчас мы на типсах с вами поделаем. Так, следующий шармикон. Сто восемьдесят восемь. Вот в прошлый раз, кто пропустил прямой эфир, я работала вот с этим шармиконом. Делала такие футуристичные дизайны с текстоном. Номер 192. Вот этот вот крутой очень. Номер 194. Смотрите, я вам сейчас показываю не все декорации. Их намного больше. Часть декораций выйдет в начале сентября, в конце августа. Мы всегда делаем очень много, а потом дозами выпускаем. Потому что, вот, смотрите, видите, это будет уже чуть попозже туда, к сентябрю. Вот, смотрите, вот эти все штуки, они тоже будут к сентябрю. В общем, дизайнов очень много приготовили, они будут просто выходить сейчас партиями. Так, сейчас я на ногтях использовала два цвета из новой коллекции. Номер 346 и номер 340. Такой вот, видите, малиновый. Причем вот этот цвет, его сейчас очень много будет осенью. Очень будет много осенью. И он, конечно, очень крутой, когда он глянцевый. Смотрите, как он ярко смотрится, когда он глянцевый. Круто. Номер 340. Белый очень крутой, он холодный белый. Белый такой с легким голубым отливом. Да, новинок очень много. Так, сейчас у нас с вами есть время. Давайте теперь поработаем на типсах. Так, Галя, ты гамбургер заказала? Еще нет, сейчас закажу. Слушай, жвачка нужна. Она вот тут вот лежала. Нет, не надо уже. Она со мной. А, вот, смотри. Так, стоимость, Галь, давай мне по стоимости. Набор гель-лаков 9 мл. 4,950. 4,950. А 6 мл? 3,800. 3,800. Декорации так. Надо смотреть, но цена, да. Скорее всего, такая же. Декорации как были, да, такая была. Поштучно тоже цена такая же, сколько там, 500 рублей. И 700 рублей. Так, делаем дальше. Давайте этим же цветом сегодня поработаем.
сделайте классику. Так, если делать классику, нужен коллекции нюд. И мне нужен тогда, знаешь, что, давай мне гусиную лапку. Это ж моя любимая. Сейчас мы один цвет положим. Гусиную лапку сейчас найду. Сушим. Хорошо, сейчас мы с классикой вот с этой поработаем. Договорились. Тоже люблю и такие. Вера Мирошниченко, кстати, любит такие дизайны. Так, сделали розовый. И можно дополнить сюда. Давайте. Нет, красный. Кстати, мне сейчас так нравится в одежде сочетание. Сочетать красное с розовым. У меня, наверное, фотосессия новая, которая будет для моего нового Инстаграм на осень. Вся как раз через оттенки сочетания оранжевого с красным, розового с красным. Так. Смотрите, я специально делаю, вот, чтобы неровно было. Угу. Прям вот даже, чтобы вот где-то специально, смотрите, вот так сушим. И по центру... Вот такие у нас будут. Я только не знаю, может, они у нас в сентябре будут. Смотри, какие прикольные. 76. Причем они будут у нас и черные, и белые. Сейчас я вам покажу, какие они будут. Они, по-моему, на голубом фоне. Да, на голубом фоне белого цвета. Вот, смотрите. Это 80. 76. Эти я не знаю, когда выйдут. Они, наверное, может, в начале сентября будут. Так. Наносим. Следите за новинками. Ой, не, я, наверное, сейчас вот этот буду использовать. Шармикончик. Номер 188. Если я шармикон использую, то я беру Т-класс. Берем Т-класс. Сушим. Я вот сейчас вам в каталоге покажу. В каталоге много с такой композицией есть. Сейчас. Ну вот, например, видите, здесь тонкая линия по кругу. Или как здесь, такая асимметричная. Такие дизайны их очень быстро делать, когда нет симметрии. Или вот здесь, например, смотрите, в центральной части. Все. Сейчас можно взять шармикончик приклеить. Шармикончик клеится только на Т-класс. Наверное, руку возьму.
И перекрываем матовым, а сверху делаем роспись эмпастой черной. Паста – это краска без липкости. Ах, какая цена? Блин, девочки, ну вам надо промониторить цены у вас на рынке. Потому что цены, они могут быть разные на услуги дизайна. Неважно, вы рисуете, декорациями делаете. Смотрите, сейчас то, что я вам показываю, это все из коллекции осень-зима 2021-22. Многие вещи, конечно, я стараюсь вам заранее анонсировать, чтобы вы, кто вот давно с нами работаете, были в курсе, там, планировали свой тот же бюджет. Сейчас у нас только лето, поэтому не переживайте, все успеете купить. Дизайн готов, такой молодежный. Теперь делаем классический, да? Для классического я сейчас возьму Dior. Так, Dior это 186, вот выпуск 18 августа. Дальше к нему обязательно гусиную лапку, это ж прям самая тема сочетания, да? Давайте вот сейчас тоже возьмем из каталога прям конкретное. Каштан поштучно нет эмпаст, ну, потому что это не самая продаваемая краска, поэтому и в расходе она, в принципе, расходуется. Ее, чтобы израсходовать, ну, не знаю, очень медленно расходуется. Поэтому мы ее не продаем поштучно. Так, смотрим, как можно... Ну, можно два одновременно сделать. Давайте два типса вот прям с этой руки. Это, кстати, рука Веры Мирошниченко. Или... Угу. Ну, ладно. Давайте так поступим. Так, кто спрашивал? Жвачка называется Potafix. Продается в канцелярских товарах. Поищите в интернете. В интернете проще купить, чем где-то у себя в городе найти. Перекрываем белым гель-лаком. Ну, мы не будем сейчас далеко ходить. И возьмем белый гель-лак, который холодный. 346 из новой коллекции. Журнал будет также продаваться и в наших магазинах, в наших дистрибьюторов. Вот у кого-то раньше, у кого-то позже. Будет также в интернет-магазине продаваться. Будет также в интернет-магазине продаваться. Сегодня мы с вами сделали вот такой вариант. Вот такой на моем пальчике я показала вариант. Поэтому, кто пропустил эфир, я его выгружу сегодня же. И вы обязательно его пересмотрите. Да, Potafix, он на самом деле, если забить вот так Potafix, это скотч по-другому. Это вообще скотч для бумаги, чтобы не портить обои.
Я очень, кстати, люблю Потафикс вот использовать дома. Если мне надо что-то приклеить временно, он не портит обои, стенки не портит. Так, и второй белый перекрываем. Так, вариант предлагаю на весь ноготь сделать слайдер. И вариант, когда нам для второго ноготочка топ-слайдер. Ложечки прозрачные будут, да. Вот в Европе они уже появились, ложечки, а в России пока ждем, скоро будут. Так, здесь гусиная лапка на весь ноготочек. Кстати, для темы вот Диоры, вот такой гусиной лапки, очень классно гель-лаки из коллекции Нюд, которая вышла недавно. Галя, принеси мне нюдовую коллекцию, выкраску. На весь ноготь, когда делаете, будете аккуратны. Вы сделали все, натянули и кладете в лампу. Топ с липким слоем. Есть топ-слайдер. Топ-слайдер – это гибридный топ. Он и как финишный может идти, и можно на него топ-слайдеры клеить. И есть топ с липким слоем. Сейчас я его принесу. Так. Прошлись. Да. Слушай, найди мне топ с липким слоем. Если нет, попроси принести мне его с магазина. Смотрите, вот эта коллекция, она классно подойдет вот для темы гусиной лапки, для темы Dior, Louis Vuitton, вот базовые дизайны, вот кто любит классику и бренды носить. Красота, это я вот сегодня себе сделала коррекцию. Вот этот ноготь я показывала сейчас в эфире в самом начале, поэтому потом, кто пропустил, посмотрите. Да. И вот есть у нас топ-гель просто, вот он с липким слоем, так и называется, видите, топ-гель. Топ-гель Эмилак. Хороший блеск, кстати, он достаточно устойчив к стиранию. Вот про этот топ мало кто знает, потому что я сама в эфирах им редко работаю, так как нужно обезжиривать. Но на самом деле это такой топ, который чаще всего, вот кто любит топы с липким слоем, именно его покупают. Вот. Не топ-слайдер, да, потому что все-таки топ-слайдер, он гибридный, там в составе лак идет. А в основном берут вот именно топ-гель.
Обещали светочками, да, девочки, обещала светочками, потом кто-то сказал, давайте классику, и я отвлеклась. Но я вам обещала, я сейчас эфиры буду с новинками проводить 2 раза в неделю. Вот. На этой неделе я вам 2 раза провела эфир, и на следующей неделе обязательно тоже будет 2 раза. Сейчас решим, когда проведу. Так, сейчас я наношу теклас, чтобы приклеить шармикончик. Так, и здесь стоп-слайдер. Я не буду на весь ноготь, я только в центре нанесу топ-слайдер, смотрите. Чтобы вот эту полосочку наклеить. Смотрите, какие приколюшки. Dior. Это самое главное, что Dior можно делать самому. Так, мы сейчас возьмем, наверное, с вами вот так вот. Вот так. Все, вот уже ничего не надо. На самом деле все. Дизайн готов. Давайте его так прям глянцевым мы оставим, наверное. Ой, как красиво. Сушим. Так, а здесь мы сейчас чуть посложнее сделаем. Галя, принеси мне ремешки. Сделали. Кстати, очень часто слайдер удобно возле кутикулы убирать вот так щипцами излишки. Вот когда, например, вот здесь что-то торчит, вот именно слайдер вот здесь по кутикуле убирать щипцами. Все, сейчас перекрываем теклосом. У нас есть вот такие дополнительные шармиконы. Они, кстати, у нас в базовом ассортименте. Это ремни. Вот всем рекомендую обязательно их иметь. Смотрите, номер 156 и 157. С ними здорово дополнять дизайны в стиле Dior, Valentino, Dolce & Gabbana. Вот когда вы делаете брендовый маникюр, базовый, такой ЧБ, либо Nude, вот очень классно именно 156 и 157 миксовать. Какой хотели вопрос задать? Топ-слайдер, он, да, он промежуточный топ. Топ-слайдер, смотрите, это промежуточный топ, но на самом деле он нормальный топ с липким слоем, у него нормальный глянец. Вот. Конечно, глянец уступает тому же топу с липким слоем или, например, ультрашайн. Да, самый высокий блеск у нас у ультрашайна. Что-то у меня под рукой. Вот этот топ, кстати, сейчас самый популярный. Он единственное, что он горячий. Смотрите, это надо учитывать. Он горячий топ, без липкости, но он как стекло. Он поэтому и горячий, потому что он стеклообразный. Но зато он меньше пачкается, меньше затирается. Вот его классно на белый френч наносить, именно ультрашайн. Так, ремешки. Галь, ты что ушла там? Где мешки? Вот, я их ищу как раз. А в альбоме нету? Нету. Я только что там с альбомом была. Нашла сейчас вторые. Нет.
Дай сюда, не те, а, мне что-то замки. Как я поищу их? В альбоме нет, стоп. Блин, ну мне ремень нужен. Короче. Эти ремешки классно вписываются в эту тему. И сейчас выложим Dior. Мы как компания международная, да, и мы работаем в белую, продаемся официально везде. Мы не можем взять в открытую и написать Dior, логотипы использовать, к сожалению, так как это нарушение прав. Если вот компания захочет, она может спокойно засудить, суд выиграть. Что это противозаконно, когда используют вот Louis Vuitton, Dior, слайдеры, эти, как их... О! Классно? Видите, такой конструктор. В Эми, особенно вот когда вы каталоги дизайнов берете, это все конструкторы. Они предполагают вот такие быстрые варианты дизайнов, микс из дополнительных материалов, благодаря которым можно сделать сложно сочиненные дизайны человеку, который не умеет рисовать или не умеет дизайнерить. Смотрите, тых, и готово. Вот кто любит классику. Так, ну что, на этом все. Дайте так.